Привет, друзья! Мы находимся в Питере, в студии, где сейчас будем записывать новые треки для игры «Рыцари». У нас новый состав ансамбля, новые инструменты, новые мелодии. Ну и, надеюсь, новые эмоции, которые вам понравятся. Все хорошо, 70-е так отлично. Там, ну, в начале немножко была шероховатость. Сейчас с восьмушек тогда, вот с этой быстрой части. Пишем. А может быть, вот, может, медленную часть еще раз? Ну, как-то, мне кажется, по звуку там Игровая музыка имеет ряд особенностей, одна из которых заключается в том, чтобы найти правильный баланс между запоминаемостью и ненавязчивостью музыки. Учитывая, что в саундтреке для «Рыцарей» теперь много тем, мы решили пойти в сторону более ярких мелодий, более запоминающихся вариантов музыки. Я могу это сыграть иначе. У тебя тут прописаны лиги везде, оно из-за этого... Да, давай, давай. Можно? Давай, да. Давай. Отдельно. Ну, давай попробуем. Помит пожирнее, помесистее. Работая над саундтреком для «Рыцарей», мы старались сделать его как можно более самостоятельным произведением, чтобы его можно было слушать отдельно. Тем самым, продлевая пребывание в самой игре. Можно еще даже больше не стесняться, еще дать как бы напряжение эмоционального. Вот, и еще поярче. Ну, а так все отлично. Постараюсь еще. Попробовать их сделать половинками, четвертями, ну, без пауз. Да, в принципе, если там, например, с акцента я... Да. Ну что ж, мы приступаем к записи последнего инструмента в нашем ансамбле – валторный. Я сам очень люблю этот инструмент, он обладает таким ярким, мягким и в то же время обволакивающим тембром. Надеюсь, все вы сможете услышать и убедиться в правдивости моих слов. Более маршево так, более героично и напряженно.
закончили запись музыки для рыцарей. Нам кажется, получилось очень здорово, но судить, разумеется, вам. Что ж, всем удачи и хорошей музыки.